Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о приправах и специях. Что предлагают магазины Канады и какие приправы попадают к нам на кухню. И для кого не секрет, основная роль приправ – повысить вкусовые качества пищи, улучшить ее аромат, возбудить аппетит, а иногда даже замаскировать нежелательный запах продуктов. Кроме придания пище новых вкусовых и ароматических качеств, некоторые приправы могут служить источником органических кислот, уксус, например, ферментов, как соевый соус, и в какой-то степени микроэлементов – железо, кальций, йод и так далее. А сейчас основная фраза этого видео. Вкусовыми добавками могут быть натуральные продукты и синтетические вещества. Хочется отметить натуральные продукты. Их используют как в свежем – плоды, семена, стебли, корневища, так и в засушенном, растертом в порошок виде. Используют и масляные смеси, которые не только улучшают вкус блюда, но и повышают его калорийность, как песто, например. Итак, на зарисовочке к этому видео вы можете наблюдать различные соусы и приправы. И давайте сразу разберемся, как я попадаю в этот отдел и как я справляюсь со всем этим большим количеством приправ и баночек. Я просто-напросто все категоризирую, все приправы на три группы. Первое – для выпечки или десертов. Второе – смеси, миксы, бленды. Третье – натуральные приправы. Для выпечки или десертов я беру в основном сахар, ванильный экстракт или корицу. Это есть у меня в доме всегда. Все остальное покупаю одноразово, только если этого требует рецепт. А смеси, миксы, бленды со временем, знаете, стало довольно скептически относиться. И что я имею в виду? Это в том плане, что вот было время, я брала любые смеси. Главное, чтобы нравилось название. Например, Buffalo Chicken, там, Montreal Steak, The Cake. Но со временем я стала обращать внимание на состав и заметила, что у многих популярных миксов один и тот же состав. Разница в один или два ингредиента и целый лист синтетических веществ, в которых нет ни времени, ни желания разбираться. Я не исключила, конечно, эти смеси из кухни, но беру в основном один и тот же бленд, который он универсальный как для мяса, так и для супа, так и для гарниров и для салатов. В основном это The Keg. Я о нем уже как-то рассказывала в одном из своих видео. Но необходимо, конечно, смотреть на состав. Дешевые смеси в своей основе все синтетические. Поэтому, ребята, обращайте внимание на состав. И последний пункт – это натуральные приправы. Здесь все крайне просто. Я использую их как в свежем, там плоды, семена, стебли, корневища, так и в засушенном, растертом в порошок виде. Моими настольными приправами являются соль, перец черный молотый горошком. Крайне редко использую лавровый лист, только для варки пельменей. Я с годами просто перестала любить его вкус и аромат в блюдах. Жареный и высушенный лук. Молотый порошок чеснока. Сладкая паприка, копченая паприка, семена чили. Что там у меня еще? Корень имбиря. Как в свежей, так и в порошке, высушенные листья базилика и петрушки. Укроп я мелко нарезаю и замораживаю в кубиках льда, потому что обычно он достаточно быстро у меня почему-то портится. И я, когда его беру, я беру для какого-то конкретного блюда. И я очень редко, когда использую целый пучок. И когда остается у меня эта часть, я просто мелко его рублю, измельчаю и вкладываю вот в эти вот кубики для льда, заливаю немножко водичкой, замораживаю, перекладываю в пакет, и потом у меня всегда, в общем-то, есть, можно сказать, свежезамороженный укроп. Когда-то я брала куркуму, не знаю, как правильно сказать, сейчас отошла от этой приправы. Ну, что еще? Я думаю, что лук и чеснок, это понятное дело, есть, я думаю, у любой хозяйки. Вот и все, ребята. Сегодня в Костко искала копченую паприку, но не было. Приглянулась приправка Maple Bacon. Правда, не купила. Состав оказался более чем два ингредиента. А какие приправы и пряности на вашей кухне? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока.